Сегодня мой первый день на работе. Меня зовут Хару. Наша задача — позаботиться об этих покемонах и сделать так, чтобы им тут понравилось. Другими словами, мы няньки этих покемонов. Курорт для покемонов! Я до сих пор не могу поверить, что я здесь! Впервые в жизни я почувствовал себя настолько расслабленной. Я хочу, чтобы покемоны чувствовали то же самое, что чувствуешь ты. Псайдок? Покемоны не говорят вам, что делает их счастливыми. Я понятия не имею, что мне нужно делать. Ну, люди об этом тоже особо не говорят. Обычно они говорят типа «угадай». Они все довольно интересные, не так ли? Это Хапип, это Мудкип, а желтый это Пика... Ой, я хотела сказать Псайдок. Ну а теперь давай проведем еще один веселый день. Добро пожаловать в курорт покемонов! Интересно, какого покемона встретим мы сегодня?